Расскажите, с какой целью вы носилки похитили? Чтобы покататься на ней. А затем как хотели распорядиться ими? Оставить где-нибудь и все. То есть возвращать не планировали? Нет. А сколько у вас человек было? Двое. А ранее привлекались к уголовной ответственности? Нет. Похитили носилки. Еще раз? Да, здесь. А как в дальнейшем планировали распорядиться? Как планировали дальше распорядиться ими? То есть вы на место планировали вернуть? Да. А вернули? Нет. Почему? Это как удариться, вам сказать? А ранее судимо? Нет.